Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников, и я продолжаю разговор о разных тайнах физического образования. Задачи оценки мы уже начали рассматривать, а сегодня мы поговорим о методе размерностей. Этому методу школьников, поступивших в физмат-школу, тоже учат с самого начала, чтобы они оценили, в какой волшебный Хогвартс они попали. И преподаватель говорит, к примеру, давайте мы узнаем, как период математического маятника зависит от его длины, не делая никаких экспериментов и даже не строя подробной теории, только с помощью метода размерностей физических величин. И мы с вами сейчас это сделаем. И вот я спрашиваю себя, а от каких размерных величин может зависеть период? Ну, это, очевидно, длина маятника, быть может, его масса, и еще у нас это все качается в поле тяжести, поэтому нужно еще же ускорение свободного падения здесь написать. Теперь, что такое размерность? Ну, все механические величины, все до единой, их размерности каким-то образом составляются из килограммов, метров и секунд. Длина – это метры, масса – это килограммы, а вот ускорение свободного падения – это метры в секунды квадратные. И нам вот из этого всего хозяйства надо сконструировать секунды. Ну, прежде всего, я смотрю на вот эти килограммы. Мне их ни с чем больше нельзя скомбинировать, чтобы они при перемножении или при делении уничтожились, и в ответе килограммов не было. Поэтому масса никоим образом и не входит в эту конструкцию. Период колебаний не зависит от массы. Но и остаются вот эти метры в секунду в квадратную. Мне надо секунды получить. Значит, нужно одни метры, длину, поделить на другие метры, которые в G. И когда мы поделим, у нас секунды в квадрате из знаменателя перепрыгнут в числитель, значит, размерность длины, поделенной на ускорение, есть секунды в квадратные. А нам надо получить секунды, значит, нам надо взять и извлечь квадратный корень. Вот мы и получаем, что период колебаний математического маятника, он пропорционален квадратному корню из длины, поделенной на ускорение свободного падения. Ну, точный ответ для малых колебаний, он такой же, только здесь еще стоит коэффициент 2π. Ну, а для немалых колебаний вообще-то есть еще зависимость от амплитуды. Но амплитуда – это безразмерная величина, которую мы измеряем, ну, это углы отклонения от вертикали. Поэтому, когда мы спрашиваем про размерные величины, мы на амплитуду можем и не обращать внимания. Ну и таким образом мы узнали, что если длину маятника увеличить в 4 раза, то период увеличится в корень из четверки, то есть в двойку. Ну и так далее. И здесь многие могут сказать, ну это невидаль формула для маятника. Мы ее и так знали. А сейчас мы получим то, что, я думаю, почти никто из вас не знал. Вот представьте себе водосброс. То есть водохранилище перекрыто плотиной, и вода перетекает через эту плотину сверху. Ну и тогда мы можем обозначить буквой H разность двух уровней. Уровня самой плотины и уровня воды в водохранилище за плотиной. И в задаче мы спросим, как вот этот уровень H зависит от количества воды, перетекающего через плотину. Что произойдет, если расход воды повысится? Как увеличится уровень H? И я опять спрашиваю себя, а от каких размерных величин может зависеть эта высота H? И говорю, ну, наверное, от плотности воды. Опять-таки, поскольку падает вниз, от ускорения свободного падения, от расхода воды и от ширины плотины, обозначу эту ширину буквой L. Ну и выписываю размерности. Плотность килограмм на метр кубический, G – это метры в секунду квадратную, значит, расход, буду объемным его считать, это метры кубические в секунду, протекающие в этой реке.
И ширина плотины – это метры. Ну, дальше делаю еще два важных соображения. Говорю, мне надо получить в итоге метры, а килограммы только в плотности. Мне их ни с чем не скомпоновать, чтобы исключить. Поэтому от плотности, как в прошлый раз от массы, у нас H вообще не зависит. И дальше, у меня тут остались метры и секунды. Но целых три величины, и напрямую их не скомпонуешь. Но я говорю, ну вообще-то понятно, что надо рассматривать не полный расход Q, а тот расход, который протекает через каждый метр ширины плотины. Я его обозначу Q со звездочкой, то есть это Q, поделенное на L. И размерность, поскольку здесь были метры кубические, а потом делю на метры, получаются метры квадратные в секунду. И вот из этого добра, из вот этих метров квадратных в секунду, и этих метров в секунду в квадрате, надо организовать метры. Ну, понятно, как это сделать, надо секунды выбить. Здесь были секунды в квадрате, а здесь секунды. Значит, надо взять Q в квадрате и поделить на G, что я и делаю. Q в квадрате – это метры в четвертой степени, деленные на секунды в квадрате. А G – это метры, деленные на секунды в квадрате. Я делю одно на другую. И получаю, что вот это хозяйство имеет размерность кубических метров. И даже не задаюсь вопросом, а в чем его физический смысл. Кубические метры и кубические метры – какой-то объем. А чтобы получить H – метры, надо взять и извлечь из этого дела корень третьей степени, ну я так напишу в степенях, то есть h пропорционально расходу q со звездочкой, ну впрочем и q я могу вместо q со звездочкой сюда q на l подставить, расходу в степени 2 трети и g в степени минус 1 треть у нас стоит в знаменателе. Стало быть, по-простому, если расход увеличится 8 раз, то 8 в степени 2 трети – это 4, а h увеличится в 4 раза. Значит, при росте расхода h растет не так быстро, а в степени 2 трети. Ну и вот этот результат мы получили тоже, как бы вот, я бы сказал, таким царским, да, путем. Потому что построить здесь теорию водослива, это было бы дело очень и очень непростое. Но мы без всякой теории заранее знаем, каким образом высота зависит от расхода. А дальше можно уже и теорию строить. И в этом месте, наверное, мне стоит остановиться. Ваши соображения и всякие замечания, как обычно, пишите в комментариях к этому ролику. А сейчас спасибо вам за внимание.